пистолетами. Мафия бессмертна. Нажмите левую клавишу. Ой, ебать, мой герой. Это новое задание? Да, все, я пошел, по-моему. Welcome to the shiny, happy future. Hey, 1 out of 3 ain't bad. Так, ну я, по-моему, пришел. Там же сказано было, нужно пройти тот. Чё? Ой, блядь, тут какие-то мобы риснулись. Давай, захуярим. Ну, нахуй, блядь. Иди сюда, блядь, петушиная хуета. Ты хоть чё, блядь? Там какой-то в стелсе хуй, блядь, бегает, чувак. Я вижу. Он за тобой бежит. О, он бегает. Тупо ниндзаки напали, чувак, что делать? Ой, я его разъебал, дробаша. Ебать. Это ты или? А, это ты? Подожди, а ты прозрачный становишься, когда подхожу. А вот тут кто-то бегает. А это вот не ты, походу. Это тот ниндзак, короче. Ага. Все, отсосал. Блять. Да, за него дали чит. А, это карточки с него выпало. Like ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Ебать, нельзя даже посмотреть нормально, прозрачно. Ща, поменяй скин, ну-ка, на мужика. А у нас одинаково, у меня тоже такой же первый. Ща, переделай. А теперь? Нихуя не изменилось. Должен быть с капюшоном. Ну, должен перезаходить, наверное. А, ну, возможно, да. Так, ну че? Зондеркоманда, блядь, этих зомбачей. А ты, кстати, подобрал здесь сундук был? Где-нибудь, подожди. Я вижу, что-то там нарисовано. Вот, иди ко мне. О, блядь, тут какая-то штука лежит. О, вот здесь вот сундук. Вот. Так, и тут патроны где-то нарисованы. Да, патроны еще есть. А, максимум. Окей, все. Я готов. Ну-ка, что-то еще есть. Вон еще сундук, кстати, нарисован. Зацени. Нет. Вот. А где ты это смотришь? На карте, на мини-карте. Ага. А как его взять? А большая карта есть? А, есть, ли, наверное, нажать. О, я какой-то еще взял хуету. Че там, легкие пули дали, короче. Вот, еще вот патроны есть, нихуя себе. Ну-ка. А, у меня все наполнено. А, у меня максимум этих легких пуль. Тут на узичку, походу. Либо БТР такой, нахуй. А чего там, БТР что-то есть? Бля. Мужик пока напугал. Что рядом с... А, выше написано, да? Выше, короче. Ебать, нарисовано выше какие-то эти ключики, короче. Тут этот, Путин пропаганду свою. Да. Ну а нахуй, блядь. Никакой пропаганде путинской. Убить Соловьева. Я на этаж выше поднялся. По лесенке. А, вижу, ебать ты нахуй. Оу! Тут какой-то этот бумажка, чувак, написано весь. Ничего нет. А ниже, короче, она ниже. Ухо. Ну и герой. А где бумажка-то, блядь? Не знаю, ничего не показывает по карте. А, вот она, по-моему, да. Вот она. Смотри, ебать, она в текстуре. И вот свиток, чувак, иди сюда. Ты видишь свиток? Нет. Кролик и старик. Вот здесь свиток на это лежал. Так, теперь надо то подобрать, короче. Что там было, блядь? Там какие-то шестеренки были, блядь. Блядь, упираюсь головой, походу. Это что такое? Компонент проворности. Улучшение для оружия. Скорострельность, нихуя себе. Это где ты нашел шестеренки? Ну, вот здесь на лесенке лежал. А ты очки раскидывал? Нет, может, 2 очки раскидывал. Где еще? Мастер жизни есть, доступны очки навыков. А где раскидывать их? Какая кнопка-то? Ну, в инвентаре навык. Шай максимум очков урона. Мастер жизни за врача. Большой шанс попадения аптечек с убитых врагов. Че, блядь? Хлам. Навыки. Ванговедение какое-то. Хлам есть. И игрок... Есть эссенции уже какие-то на оружие. Ячейка улучшения брони. Формула эмпиризма. Как раскидать, кстати. Больше 0,7 очков урона. Жало. Не кидается нихуя. А, тут вот школа есть, я понял. Мощный колющий удар, прекрасный выбор для схватки в рукопашную. Прием сразу... А как ракинуть, кстати? Ну, вон на этот самый, на стрелочку вверху на карте нажать. А, ну это милишка, типа. Урвем разворотом на 300 градусов. Прекрасная возможность за один ход нести урон нескольким врагам. Что тут есть? Воин, способность, ресурс. Жизнь, 4 школы. Успокаивающее пламя энергии восстанавливает каждое повреждение клетку тела. Исцеляющее пламя, прикольно, кстати. Повышает максимум очков ЦИ. А что такое карма, интересно? Получение кармы. Повышает количество необходимых, повышает количество получаемой кармы. А что такое карма, блядь? Интересно. Объем восстановления здоровья плюс 10%. Классического сбора денег, расходов предметов и падающих врагов. Прикольно. Да я даже не знаю, что взять. А чтобы сжало, урон сжало. Ебать, тут зверюги еще показаны. Новый уровень. А чё, куда кликать-то, блядь? Кинуть. Нельзя, что ли, блядь? Вот я на хпшку хочу кинуть, написано дабл-клик мышкой. Это какой вызов врача, который? Шанс впадения птичек? Не, мастер жизни, который... А, нажмите Q, удерживайте Q+, чтобы продлить произнесение... Чего, блядь? Ну я качнул вот одну. А как ты качнул? Ну на стрелочку нажимаешь внизу, где эти самые кружочки нарисованы. На стрелочку, блядь, чего нахуй? Ну видишь, там один OH написано, и стрелочка возле нее. В самом низу, карты этой. А-а-а. Ты хп качнул? Ну да. Доступны очки на... У меня что-то ничего не происходит. Не, у меня качнулось. Не качается. Блять, какая-то хуйня, блядь. Мне это не нравится. Я недоволен. Все разломать. И плюс. Блять, что за пиздец? Чего не качается? Еще ячейки улучшения брони какие-то. Я улучшил. Есть. Какой-то гусыней. Ячейки способностей. Хлам. А что за хлам? Хлама нету. Я не знаю, может, мне что не так работает. Я не понимаю, может, что-то. О, можно в это в мечи камни вставлять. О, тигра вставил какого-то. Ты после убийства врага, скорость передвижения, скорострельность минус. Вот скорострельность хочу вставить. Олег. Еще есть аспект жестокости, урон. Давай аспект жестокости. Все. А где деньги показаны? Что-то я не понял. Деньги, блядь. А, вот, 10 тысяч у меня. Окей, неплохо. Для сельской местности. Так, все, я понял, как я прокачал, да. Все, я понял, я прокачал тоже. Ну, вроде я готов. Погнали. А чё, куда идти-то? А, он показан по карте. А я в пистолет 2 вставил. Скорострельность и, блядь, урон. Вот такой большой город, если так мало врагов. А что-то есть еще что-то? Патроны, блядь. Там что-то еще было, да. Ля-ля-ля, тут можно вниз прыгнуть, ну. А вон я вижу, какие пацаны ходят. Патроны туда? Или какие-то не странные? Салагапич. Он же воюешь. Угу. Пацаны тут ходили. Я какую-то хуйню на яд вставил. Ой, ебать, не кидаются. Па нахуй, я ему зарядил в репку нахуй. Че мечные боссы? Ах ты пёс. Гранатку бы этим петухам пил. Полчанчики навыка. О, вот она, ядовитая, это самое, у меня ППХ теперь стала. Но ядом хуерит. Какие-то андроиды, кстати, белые. Вот какой-то тигр выпал. Тигр, блять, патроны, походу. Так, там наверху что-то было. Да, но наверху вижу сундук. Где-то. Вот денежки, он, короче, сундучок. Взял маленький сундучок. А там еще какой-то чувак нарисован наверху. Еще тут сундуки, кстати. А, не наверху. Да. Один тут, другой там наверху сундук. Да, тут есть что-то. Только выше еще. Так, сундук полутал и два наверху сундука. На дробайк патроны. Наверху, как наверх попасть? По лестнице поднимаюсь. Ебать, блять. Так, а я? Закутки нахуй. Бля, машина прикольная такая. Бля, какой-то столб сломал. Деньги взял. Бля, а здесь он тут что-то не понял. Наверное, то что-нибудь это. Моя не понимат. Один написан на этом уровне. Вот он, сундук. Ага. Свиток и аптечка. Бабки. А еще сундук ниже есть. Ниже или тут? А, ниже, да. На этажечке ниже. Блин, там что-то лежит. Это мотоцикл, что ли? Где-то вот на этом. Это же. А, вон вижу. Ебать, такой камуфляжный цвет еще сундука. Все, я рвал сундук. А что за мужик наверху там с какой-то нарисован? Ну все, вроде подобрали. А, нет, там еще что-то лежит. Что-то деньги, что ли? Непонятно. Да, это деньги были, 300 баксов. Монетка была нарисована. А, там внизу. Ну все, вроде. А! Чуть не пизданулся, блять. В яму нахуй. Я тут тоже что-то лежит, сундук какой-то. Да, вот он. Вот он. О, богатство. Собираем богатство. Легкие пули. А я там какой-то тотемный смотришь. Что это такое? А, это чекпоинт, что ли? Как сохранится? Ну, он вроде загорелся. Это что за Ленин? На тебя огненный. Ты че, Ленин, такой крепкий, бля, охуел? Ну че, пошли? А я не могу активировать. Надо кнопочку нажать. Только ты можешь активировать, кстати. Ой, я печенье с предсказаниями взял. То, что вы читаете, когда вас не вынуждает это делать, определит, кем вы станете, когда ничего не сможете этим делать. Оскар Уайльд. Вот тут в сундуке лежал у меня. Жми-ка на поле. А может сбегать он туда? Да. Там есть кто? Не знаю, нет, пока никого. Давай направо сбегаем. Потому что, походу, до по квесту сейчас. Тут тупик. Да, он туда чего? Ничего? Сундук есть. А если найду? Лифт какой-то и все. Ладно, пошли. Блин, знаете, как он мансит вообще хуйня. Кто там? Ага, вон он, что-то бежит, тварь. Ага, гори в аду, пес. Сейчас нахуй уйдишь. Подавляй их. Я там нахуй. И блин, тут это ледяные. Или это ты льдом? Они не ледяные, у них кровь такая, типа андроиды. Типа это плазма. Блять. Сука, не видим, ты долго мыслит. Че же учишь такой сын? Где еще лоу? Ты с ним пиздишься на мечах, что ты? А я ему с дробовика наваливаю. Так, там еще он один. Стрелок Зила. Ебать, он распидорасил. Ну, на пёс, ну, сука, зарежу. Я такой, ааа! Смешно. Будущее, будущее. Так, драбаданчик, давай тоже попробуем. О, там хилка есть, кстати, какая-то. Что это хилка? А, она выше. Да, тут аптечка лежит. Максим. Такая графика, короче, не всегда поймешь, что происходит. Да-да-да. Открывай калитку. Опа. Комната закрыта. Ебать, телочку пытает. Камико. Камико. Чё ты орать нормально можешь? Девку связали, что творится. Че, хуй в рот заткнули. Бля, эти очки ничего такие. А, по жопе ей, по белой. Кто это говорит? Это он мужик, он на экране. А, ты любишь эксперименты. Сейчас они вставят в ячейки. Интересно. Это чем в носу приключения. Можно сказать. God damn it, Zilla. I knew you were into some twisted shit, but this is on a whole other level. That's strange. What's happening? Is she all right? Someone check her vitals. Pulse is normal, sir. Untie her gag. I don't want her suffocating. We need her to be... Flies carry on the stench of death. Oh my. Now this is... getting interesting. Oh shit. Bulldozed bodies, open sores, dismembered children. Тупо демонов всего. Secure the room. I need to examine her in person. I'm on my way. Yes, sir. Hey, you guys know a good Mexican place around here? What? Get him! Взять рают у него. Мексиканской забегаловки нет. Бля, ебать, тут роботы стоят, ты видал? Где? Ебать. Здесь. Это смерть Вайрера, походу. Бля, еще один. Сука, заебали эти невидимки, его можно без них. Тупо стелс камуфляж. На тебе в ебальник. На тебе в ебальник. Блин, прикольно заряжает дробовик, такой закидывает два патрона. Да-да-да. Ну мастер, ебать роботы, блять, ёб твою мать. Опасно жить. Опасно жить не запытишь. Да. Значит, есть какой-то сосуд желтый, какие-то манна, что ли? Ну иди подходи по одному. А там враги? Ебать, они с дубинами с каким-то. Куда лезешь, блядь? Да, дробовичек вообще не плохо, надо его будет прикачать сейчас. Ой, сзади, сзади какой-то пес подошел. Я уебнул. Надо бы качнуть, что ты набрал апгрейдов для оружия. Сейчас, давай. Займемся. Больше не лезет там, блядь. Так, а улучшение. Знаете, дрободанчик качну. О, ловкость можно. Что-то есть. Стихия ловкости, время перезарядки. Убийство, скорость передвижения дает. Жажда инерции, бонус крита, скорость передвижения. Коэффициент промахов. Че, блядь? Кого? Давай время перезарядки вставим. Если можно. Я на максимум, кстати, револьвер покачал. О, а я дрободан на максимум. Значит, есть еще сопротивляемость урон для дрободана. Давай. О, у меня огненный будет тебе дрободан. Ты за ним что-то написано, короче. Павер какой-то. Огненный. А Хауэр написано, да. Это ядовитый. Окей. Убийство врага, скорость передвижения. А это типа бонусы крита, наверное, в меч надо вставлять. Который коэффициент промахов дает и скорострельность минус. А давай, интересно, убрать потом можно? А, да, на минусик нажать, наверное. В меч вставлю всю хуйню. Ну что, пошли дальше, там где-то вон слева они нарисованы. Так, а что-то есть. По зеленый человек добраться нужно нам, да? Тут сундуков нет. Там какой-то этот закрытый, блядь, хуйня закрытая. Что это какого? Назвать-то, блядь. Ну ты понял, что замок. Да, где это? А, это тут, да, надо. Ну ладно. Погнали, ебашить. Пожрал нихуя сегодня, потом будет сходить, хотя бы чайку поставить. От ниже манна, да? Типа будет. Ну-ка, кто хочет войны? Не будь прикольно, слушай, сделано. Я что-то на эту игру не возлагал надежд, но прикольно на самом деле. Нет, есть хаос. Есть свой антураж, что такое взял. Так, кто-то пердит, Шурик. Полетели, походу, дроны ебаные. Чё-то никого не вижу вообще. По карте вижу, что они где-то. А иди сюда, может. А, надо еще ниже, ебать. Я слышу. Сейф есть, хуясь. А где он? А он ниже, блядь. Не, внизу где-то вон там сундук за той дверью. Бля, они полетели. Ты их видишь, не? Нет. Они под нами, походу. Что-то там ебашит, ты же не пойдешь. Они под нами. Вот, что тут сундуки. А, вот они, чувак, иди сюда. Вот они, где, блядь, тусуются. Нет, тут у нас пистолет, да. Значит, их пистолет, кстати, не так хорош. Мне дробовик лучше. Да, дробовик поприкольнее. Ему ебашит там по стольнику даже больше. Ну, пистолет, видишь, для мелких целей. Не, пистолет в голову хорошо. Да. Он прям в голову босса всекал нормально, дробашил из пистолета. Ты сундучок забрал сзади? Нет. Ну, сундучок еще где-то выше сундук нарисован. Где выше? Че еще хоть? Я какой-то динамит взял. Ну-ка, что за динамит? Надо гранат. А, что-то не вижу, где его. А. Бля, это я зря, короче. Я куда-то спрыгнул, блядь. Это ты зря. Ебать, тут белое все, нахуй, пиздец. Слушай, не видно ничего, блядь. А, вот можно подняться, если что. Там лестница, да, уже. Тут лаборатория, пытали. Чемоданчик. Забираю. Деньги, деньги, денежки. А вот где-то наверху еще чувак с чемодан. А, и вон еще чемодан. Еще где-то выше. Сейф. патроны, деньги наверху лежат. Пойду за деньгами. Тут взял какой-то чаепок был. Не знаю, возможно. Ну, он что, подсвечен? А вот еще сундук. Ты взял на лестнице сундук? Нет. О, ебать, выпали мечи китайские такие, широкие, знаешь, как у них в фильмах. Бля, а где ты, ебаный? На лестнице, только наверх подниматься. На паралете, короче. Ты ниже меня. Да, правильно ты смотришь, беги туда. Я просто уже выше где-то. А, во, я понял, какой-то лестница. Б, ты когда чаржишься, ты невидимый становишься. Да, да, да. Выпало тебе что-нибудь интересное? Да, что-то фиолетовая какая-то хуета выпала. О, нихуя себе! Ну-ка, посмотрим, что за мячик. Какой-то дробовик, чувак, выпал. Да? Пускай остельной цене. Так, сейчас посмотрим, где ты? С барабаном. Дай на свет стану. Блять, тут темно. Давай вниз. Давай. Барабанный дрободан. Бля, ты еще. Видишь? А, типа этот, короче, я понял. Протекта, типа. Сейчас скажу, как называется. Молотилка. Молотилка. Так, где-то деньги, блядь, хоронено. Вот, так, где-то наверху деньги еще тут, вот я вижу. Да, деньги наверху еще где-то, блядь. А, на вот этом этаже. Где, блядь? За ящиком вот тут вот лежат. Это я взял. Еще есть. Еще одни ниже, а другие выше, короче. Да, ниже еще где-то бабки. Вот тут где-то, блядь. О, вот он деньги, нашел. Блядь, где деньги, сука? Почему я вот здесь нарисованы? Так, и два сундука выше. Пиздец. А как сундук выше найти? Не-ка, дайте мне сундук. Ну, пропустите, мне кажется, сундук. Надо вот сюда идти. Да, вот здесь вот еще один сундук выше, прикинь. Я нашел сундук, чувак. А, да, вот он. Еще один выше, прикинь. Может, мы перегорел? Блин, не взял. Еще выше где-то вот тут вот. Надо еще выше подняться. Его пропустили тоже. Да, вот тут. Вот он сундук нашел, да. Военный. В камуфляже. Получается. Ну, все. Так, ну и патроны где-то тут. Я вижу, я бы взял. Бля, еще деньги где-то на этом этаже лежат. О, патроны взял, отлично. А, вот они. Все. Да. Я затарился по полной. Молодца, молодца. И еще вот здесь вот на этом уровне где-то деньги лежат, тут не видно нихуя, блядь. Не, а мне нет, мне не показывают, кстати. Не показывают. А, вон они на этом. Бля, еще сундук, чувак, выше есть, ебаный стыд. У меня не показано. Смотри, сейчас вот где-то сюда подходишь. Ой, там какие-то ключики лежат. Вот они, это что такое интересно? А, это улучшение. Вот тут где-то. А, он за стенкой в этой хуйне, в этом. Как сменить оружие, типа, если я выбил оружие? О, не знаю. А, можно это. Так вообще на оружие. Как сменить, хуй знает. А, слушай, у меня дробовик поменялся на это, на молотилку. Да, получается? Ну-ка, подожди. У меня истинный патриот, прикинь, короче, это томагавк плюс нож. А, не, дробовик просто добавился у меня. Убрать оружие, вставить, выбрать камень, взять оружие. Как взять оружие? Два раза на этот. А куда кликать два раза надо? Катана, что-то. Куда, блядь, кликать-то нахуй? Сумки. Сумки. Сент Кинг. Пистолет. Радиус урона. Урон от взрыва. Нет, как не то. Не, у меня катана по-прежнему. Я хочу, блядь, томагавк. А ты просто экипируй на свободный слот. Так можно? Нет, тут как-то типа надо опять два раза кликать. Но куда кликать, не догадаешься, короче, блядь. Опять, ну взять оружие, два, один клик мыши. Ну куда кликать-то, блядь? Взять. Вот ты попробуй старый дробовик взять, что надо сделать? Не, а у меня он стоит на другом слоте. У меня на четверке стоит... другое оружие, что ли? Да, на четверке стоит дробовик, а на пятерке. Это другое оружие считается. Я так понимаю, можно просто рандомно всякие ставить. Блин, зацени, чувак, у меня оружие, кажется, ты где? А где ты? Сейчас. Где-то внизу. Это где-то вверху. Ты наверху бежал? Бегу к тебе. Да, вон вижу тебя. Стой, 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 стой. Ебать, я, получается, ножик и топорик. Да, типа это американский томагав, короче, и ну, нож, да, типа Боуи. Ну погнали. А как типа на единицу нельзя ее поставить? Ну можно, наверное, перетащить как-нибудь. Ну подожди, вот, вот экипирован открываешь. Ставить, убрать камень, взять. Блять, а, экипировано, да? Можно минусик нажать. А, вот смотри, минусик нажимаешь и на плюсик. А, и на плюсик прибавляю, это самое. Выбираешь, куда что хочешь. А, понял, понял. Все, все, понял. Так, а куда, куда нам? Нормально, прикольно. И они тут этих монстров выращивают. Душа. Нам кто-то вниз? Ебать ты стал. Ебать, он типа это дуалы считается, прикинь. Он типа двумя сразу наносит удар. Так, а нам куда? Ебать, по земле так чих. Нам куда-то вниз или вверх? Нам вот сюда, да. Наверх, да. Перепрыгни. О, нашелся. Там какой-то черепок нарисован. Босс, что ли? Ты не видишь по карте? О, пацаны стоят такие, ждут. Как я к ним... О! О! Голову было. Бля, дробовик вообще тема. Вот он будет качнуть. Умри, пес. Че себе позволяет. Ебать, он ебашит реально. 11 этих зарядов у него. Нормальная тема. На этом уровне уже замок. Вау. Так, хуяк, хуяк, хуяк. Еще им хамер. Ебать, лейтенант, это какой-то... Аккуратнее, аккуратнее. Сейчас я там нашпигую. Шайки нас потеряли. Надо шайки поубивать, потом этим займемся. Хотя можно им. Ты батин, блядь, доджит, сука. Ну мы эти шайки ебаный. Все готов. Ты батин меня наебашил. Подавляй его нахуй. Где он, сука? Вон, сзади. Я больше защит. Он танчит, сука. Он вызывает, он как тот босс это вызывает. Своих приспешников, блядь, ебанутых. Не вставай, лежи, отдыхай, дружочек. Ебать, ему резанул. Мамки, сэ, расскажешь, какой... А чё не могу стрелять? Чё случилось-то? Может, патроны кончатся? Не, патроны есть. Я его разъебал, короче. Вот, дали, короче, дек-арт какой-то. Револьвер, что ли? Да, револьвер дали, нихуя. Патроны, блядь, и карточку. Да, револьвер. Да, револьвер мне тоже дали, кстати. Ебать он какой-то. А он плазмой стреляет. Цени. А, ясно. Бля, почему я стрелять не мог? Он меня... Тебе вот могу нормас. Не хотели наебать. А мой герой! Мой герой, блядь. Остался автомат. Так, а что по улучшениям? По улучшениям. О, нихуя себе дали желтую эссенцию избегания инверсии. Шанс кайтами. Урон, коэффициент, размер обоины, урон 47. А у этого сколько? 63 урон. А у этого 54. Хлам. А что за хлам, интересно? А, мне еще очко дали. Плюс 30 при попадании в слабое место. Типа, надо в слабое место стрелять. А что, карты только вот эти и все? Или потом будут еще добавляться? Интересно? Какие карты? Ну, вот эти вот способности, навыки, которые... Не знаю. Наверное. И будет... Тут у них какой-то аквариум разъебал. Так, а что тут патроны где-то лежат нарисованы? О, я возьму. А что за мужики тут какие-то стоят? Что это такое? Что за статуя? Пошли, короче. Вот, считай. О, женщина, женщина. Что там делать? Вставай, хорош спать. Есть кладбище надежды. Че она хочет? Есть по твоей ногти. Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend, okay? Friend. All right, here we go. And my face remains uneaten. Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. Только не сожри мое лицо. Take it easy there. You're doing really well with the non-face eating. Now. Where's the emergency exit? Fuck, Zilla, this place is a fire hazard if I've ever seen. Oh, hello, ladies. What's that? You're trapped in a glass box? Oh, that's good. How many years did you spend in my school? Listen, I would love to stay and catch up, but I've got this possessed girl, and she's... You see what I mean? Kids today, right? Smith, come and go. What happened? I shot her up with some kind of serum, and she went like this. Follow me quickly. Through here. I hope I can trust you. Какая-то хуйня творится, блин. What is this place? This is my... Какие-то хуичи-то вкалывают кому-то, блядь. Делать нехуй пожить. Where did you get all these swords? I made them. They are my family's trade. Нет времени объяснять. Владею сюда. Надо ее окучить. В два ствола. Okay, okay. What do you need me to do? I need a place for her to stay. I have a futon she can sleep on. It's also my couch, but it's clean. But shit, you have this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body. Then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. перебрала с наркотой. У нее ломка. И ломается она. Ее на иглу подсадили. А это старый пушер. Наркотики продают черномаз. Он эксперт в эти дела. Ебать, у него переход, чувак. Ready for what? Он вселил бабу в нас, что ли? Who is that? It's me. Kamiko? The girl from Zilla Labs. Только нам, блядь, не хватало бабы, которая говорит, пиздец. Where are you? Это же так охуенно, когда все время кто-то на уши присаживается. Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me. Are you okay? Smith, I'm fine. I just... Where am I? Kamiko, are you okay? She's all right. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay. I think it worked. Kamiko's soul has been temporarily placed in your care. Are you serious? Serious? It's really rather дешевое пантомима, блядь. Переселение душка в тени какого-нибудь, знаешь, развлекательного. Рофлы, все дела. Oh, right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja. She's great. How long do we have to do this for? Блядь, огненный. Наконец-то она заткнулась, господи, блядь. Я уже думал, это не закончится никогда. Ля, чувак, где? Что это за пиздец? Где, чувак? Ты видал, нахуй, не? Что это за самотык? Где ж такой пизду найти, чтобы он вошел? Реально, это дилдак какой-то. Бля, там ручка есть, это меч, блядь. Это меч. Дилдак меч, это походу элитный меч, чувак. Если игру до конца пройдешь, ты его получишь. Может быть элитным. Угорели пацаны, походу, блядь. А ебучая библиотечка такая. Ценить, как пестик выглядит, чувак. А где ты? Блин, ты близко стоишь. А, ну да. Ну че? А куда идти-то? Сюда куда-то? Ну куда-то идти, блядь. Блядь, змеюга у них такая. Да, мой герой, забрать какое-то оборудование из собственной квартиры в логове Вонга. Ну ладно, ты обратно в квартиру свою. Сейчас, погоди. Ля, тут прикольный такой дракон, типа, и сжигает пламя. А чё тут какие-то нарисованы? Зацени, какие-то две штуки. Дракон вообще непонятно, так светло, блядь, что непонятно, что это такое. Надо снизу посмотри. Ну да, что-то какой-то монстр, блядь. У него кузница, типа, блядь. Я так понимаю, тут ковать можно будет оружие, что ли, или что? Тут две точки нарисованы. Ну да. На тебя, блядь, дракона. Еблет. Как говорится, блядь. С вещами на выход. Блядь, это тоже какая-то... А, это не наковальная техния, блядь, какая-то хуйня каменная, блядь. А, вон наша машина стоит. И тут еще, блядь, что-то какая-то... А, тут халабуда наша, понял. Под водопад залез, короче. Ага, блядь, я телегу поломал. Тут пушка стоит. А, это пулемет, нихуя, пулемет типа Гатлинга или что-то типа такого. На каких-то колесах, на больших. Город, да, ебать, цело. Зацени, чувак, иди сюда. Ой, ебать, ломаются доспехи. А это оружейная какая-то. Видел пулемет. Давай зайдем. Тут малый какой-то, охранник у него. Ну а тебе мясо. А с ним... Ларри, блин, демон Ларри какой-то. И у него типа дохуя патронов. А с ним, видишь, нельзя пока пообщаться. Наверное, динамит сейчас продает. Да, динамит. Лянь, тут это ракеты. Вот они лежат. Погашные. Ага. А, глянь, вообще какие-то для танка снаряды. Зажигательный такой. Бомба, бомба, короче. А, что за ниндзя стоит? Это же какой-то... Ну окей, прикольно, слушай, прикольно. Ну тут бар, короче, чувак. О, блядь, наливай! Наливай, шеф, начальник. Где начальник? Ля-ля, мужики стоят такие. Я за него. Вам сколько налиться? А нормально на него выбор бутылочек. Вот подсобку можешь зайти, прикинь. Да, там у него это... То есть, а бутылки ломаются, не? О, бутылки. Ну так, конечно. Не очень. Ля-ля-ля, чувак, тут ковер какой. О-о-о. Хотел бы себе такой. Чертовка какая нарисована, да? Суккубка. Тут шест есть для этого деструктива. За хвост ее так. Хуя, куда побежала? Ну-ка. А за ушки-ка. Что-то есть, блядь, какие-то враги или типа того. Нет, тут нарисовано это, что-то ремонтировать. О, тут бензопила, чувак, нихуя себе забираю. Иди сюда наверх. Наверх? Это вверху? Да. Я бензопилу поднял. Ебать. Ну. Бать. Непонятно огромная, кстати. Да, цени на меня. Ебать, пол тебе. Ну-ка, подожди, встань, я сделал скриншот. Тут только развернись в ту сторону, смотри на туда. Во, типа ты столкнулись. Охуенно, слушай. О, тут, глянь, тут какой-то щит или что такое взять. Запретный плод. О, глянь, карточка снова наскинула, способности развиваться, исполняет запасы. А, то есть карты будут все-таки давать. Я так и думал, просто что-то. Да, слушай, открылось новое успокаивающее пламя энергии. Видал траходром, короче? Траходром? Вот, да. Ебаный стыд. А пацаны знают толк из вещей. Мне вот эта статуэтка, Будда или кто-то. Какой ты еще подобрал здесь? Да, я подобрал. Don't pull a muscle. Would it kill you to let me concentrate for a second? You think it's easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. А, она хочет его телом двигать, типа туда-сюда, в руки его взять, подвигать. Слушай, а тут стулья прикольные. Какая-то газета еще нарисована. А, она ниже какая-то газета. И елочка нарисована. Что за елочка? Непонятно. Погоди, я выпрыгнул на. Какая-то елочка нарисована, не знаю, что это такое. А мы там живем в этом баре, да, походу? Да, походу. Поход дом наш. И газета. Что за газета, блядь? Да. А, это вот это, что ли? Ничего не нажимается. Нет. Это у тебя, наверное, надо нажиматься будет. И телевизор какой-то, я хуй знаю. А ты можешь нажать или что-нибудь сделать? Да нет, ничего. Странно. Этот дискач. Ломай барабаны. Вот какие-то. Блин, черепашка с этими с дарцами. Да, какая-то это. Ну что там потом будут миссию поддавать, хуй знает. Так, ну что, пошли по миссии тогда по основной дальше. Так, а что нам? Поговорить с Хадео надо. Хадео какой-то вон он там где-то. А что реально за елочки, да? Ох, ебать, прикольно. А я не нашел там ничего такого. Попробую я найти. Да, может у тебя откроется. Где-то вот тут. Вот и я там же искал еще. Может вот это вот? Но она не ломается, не берется ничего. Написано, что вот он, да, типа. Вот этот шарик походу, а что с ним делать, хуй с ним? Потом походу дадут. Че, поиграем в бильярд, нахуй. Раскидать. Видите, естественно. Ломай все, круши. Да. Ладно, пойдем по квесту. А тут можно поиграть, слушай, тут можно в серьезного Сэма поиграть. Да? Или нет? Блять, поиграл, сука. Ебать ты, блять, че ты сразу носишь? Ничего. Ну хуй с ним. Пойдем, да? Статуя прикольной цене. Какой-то утки, блять. Курица. Статуя курицы. О, блин, нам надо в анальное отверстие попасть в это. Или нет? А, нет, обойти надо. Не сюда пошел. Так, нам сюда. Оп. Saw you, Hideo. Master Wang. It is a pleasure to meet you. I've heard a lot about you. All good, I hope. It's a pleasure to meet you. Чё, на руку обоссал? Пидорас не поздоровался. Умри, тварь, за это. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Wow, you're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up on new and better ways to fuck shit up. Так, задание выполнено, мой герой, сюжетное задание, очков навыков, навык исчезновения, клинки дзайбацу дадут. Чего делать дальше? Я взял или сдал? Надо оружие, клинки дзайбацу. Прикольно. Драконья гора. О, да, дали еще один, прикинь, спокойно. А, спокойно. Да, реально, дали эти лазерные катаны, которые хуячат лазерами, блядь. Ну-ка, дайте. На восьмерочку. Ебать. Нихуя себе, бля. Слушай, они вообще зачем. Ебать, оружие уже давали. Давайте попользоваться-то им. Да. О, а тут какой-то пистолет появился наверху. Ты видишь? Это куда нам пойти, чтобы его взять? На улицу, что ли? Этот малый какие-то тренируется. Пацаны, ну-ка, хоп-хоп-хоп, мясо. Бля, я думал, его убил, он упал. Он сжимается. Так, еще есть. Талет, да, какой-то лежит. Где его взять, хуй знает. Надо выше вот этой хуйты подняться. Там лестница есть вообще тут где-нибудь? Слушай. Нас запрыгнуть надо. А, нет, тут закрыт, тут вот и на лестнице, чувак, иди сюда. Она закрыта. Вот она. А ты можешь открыть вообще кто-нибудь, нет? Че-нибудь не нажимается тут? Походу, наверное, он откроет потом. А запрыгнуть? Хотя можно запрыгнуть, реально получится. Вот, например, вот сюда, так на столбик наверх. Да, со столбика я сюда запрыгнул. Так. Окошко не открывается, я запрыгнул. А! Давай, 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 нет, 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 сука. Не, не получится, походу. А, сука, блядь, невидимая стена помешала, тварь. Так, наверное, не приканает. Сижи. Надо же, когда откроет оружие. А, блядь, он не цепляется, тварь, за эту хуйню. Бля, ну катаны, блядь, арма, я хочу их в деле попробовать. Да. Там деньги где-то лежат. Какая-то книжка, слушай, тут какая-то книжка лежит. Да, слушай, а, вон свиток вижу. Ну-ка. Новая запись. Ланглопедия. А деньги, а свиток, я не вижу свиток. У меня тут свиток лежал. Ванглопедия какая-то там, блядь. Тыщука, вот, манна. Манна максимум. Туда можно еще ходить. Исчезновение мне, кстати, дали. Древний прием ниндзя, позволяющий использовать его, скрыть свое присутствие. О, бля, беру. А как его нажимать? Нажмите В. Ебать, ты футуристично с этими кантанами выглядишь такой. Футуристичный ниндзя. Так, нажмите В, удерживайте или чтобы понять. Ну-ка, я исчезну. О, нихуя себе, я исчез, чувак. Я невидимый или нет? Да, да, какие челики. Интересно, скрытая атака есть, может быть, стелсить. Ну пойдем, еще чувака может попиздеть. На 5 секунд исчезает. Как это нахуй? Стелс ниндзя, блядь, хуячить. А, все, он же тут стоит, да?